рекламодателем полноценно на рынок Твича и, соответственно, вместе с ними и партнерским каким-то системам, потому что, ну, грубо говоря, сейчас на Твиче практически невозможно заработать. У людей нет вообще никакого, скажем так, Мотивации. да, никакой мотивации перебираться с Ютуба, который продолжает платить в долларах, и даже если ты там выкладываешь ролики, которые никто не смотрит, например, как Хованский, он продолжает работать, но он никому не нужен. Уже его ролики там смотрят по 60 тысяч, но он выкладывает.